взял себе чикенбургер в Макдональдсе в Словакии, в городе Кушице. Стоит евро 70. Вот такой. Сейчас его разверну. Такой аппетитно смотрится. Буду сейчас его кушать. Приятного мне аппетита. Бургер реально вкусный, хотя маленький сам по себе. Но очень так балансированный вкус. И соус, и сладости есть немножко. И кетчуп, и капуста пекинская. Так что очень даже неплохо. Вот сидушки возле Макдональдса как раз. Это в городе Кошице, Словакия. Точно такие же самые, как в Кривом Роге в Украине. Вот. Точно. Так само классно тут. Атмосфера. Тут еще посажены какие-то кустарники. Ну, типа хвоя. Да, хвоя. Ух ты, класс. Да. Ну, такое. Просто поздно сильно приехал. Кошице, конечно, да. Вот. А так вообще интересно. Обстановка хорошая тут. Мне нравится. Да.